пелена едкого дыма и пепла. Вторые сутки в Мариэл горит лесничество в Медведевском районе. На борьбу со сгоранием стянуты МЧС, лесоохрана и добровольцы. Но силы пока не равны. Площадь пожара 600 гектаров. В республике объявлен режим ЧС. Ситуация на самом деле очень такая достаточно критическая. Насколько смогли, потушили, вернулись заправляться. С огнем борются и с воздуха. В Мариэл из Ульяновска переброшен вертолет Ми-8 Минобороны России. Еще один борт направлен на помощь из Татарстана. Здесь в зоне действия пожара у нас присутствуют только спецсредства, силы. Огромное спасибо Республике Татарстан, оттуда был направлен борт по линии МЧС. Также вооруженные силы Российской Федерации очень большую помощь нам оказывают. Крупный лесной пожар в Мариэл начался в ночь на 19 августа. Возгорание произошло в Куярском лесничестве, рядом с поселком Сосновый Бор. Населенный пункт всего в 100 километрах от границы с Татарстаном. Огромный столб дыма было видно даже из нашей республики. По предварительным данным, пожар начался из-за сухой грозы. Больше 300 жителей поселка самостоятельно покинули свои дома. Эвакуированы персонал и гости санатория Сосновый Бор. Ограничено движение по федеральной трассе Вятка. Вроде как локализовали, но сильный порыв ветра, он вытащил его моментально, из этого кольца. На месте ЧП развернут оперштаб. Ночью глава республики провел выездное совещание. Обсуждали дальнейшие действия по локализации огня. Это не первое возгорание у нас в республике, не первое разгорание в этой географической точке, но это возгорание является самым сильным. Из-за усиления ветра лесной низовой пожар распространился уже до соседней деревни Студенка. Общая площадь пожара здесь составила 2000 квадратных метров. Сгорели три постройки, принадлежащие пилораме. Как видим, до основания выгорели и несколько автомобилей. Сейчас же огонь. Удалось локализовать. Удалось отстоять и жилые дома. Сейчас здесь спахивают землю на всякий пожарный. Страшно было. Ветер был сильный. Оттуда дуло. Со стороны Соснового Бора перекинуло через асфальт. Буквально минут за 15 надо. Все, там никто ничего не мог сделать. Как отметили в оперштабе, сегодня в Мариэл 5 очагов возгорания. Один из них в километре от поселка Таир. Здесь на борьбу с огнем вместе с МЧС, с лопатами и водяными ранцами вышли местные жители. Спасатели говорят, причина – человеческий фактор. Вот причина пожара – костер, непотушенный костер. Кто-то вот лежал здесь, отдыхал. Сейчас вот пытаемся лопатами закидать тлеющую траву. Нужна вода. Сейчас песком бесполезно. Его тушишь песком, он выползает и дальше идет. В Мариэл продолжают сражаться с огнем. В Татарстане также напряженная ситуация. Об этом заявил Алексей Песошин на заседании комиссии ЧС. В ряде районов возникла чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Это Муслюмово, Сарманово, Азнакаево, Кайбицы, Бугульма, Ютазы, Альметьевск, Заинск и Лениногорск. Зафиксировано 11 лесных пожаров. Выгорел 106 гектаров площадей. Тлеет полигон ТБО рядом с Арском. В Альметьевске сегодня вновь низовой пожар. Два дня назад уже сгорели 10 гектаров молодых сосен. В Альметьевске это уже четвертый лесной пожар. Руководству района совместно с работниками лесного хозяйства нужно тщательно разобраться в этой ситуации и принять соответствующие меры. Данные факты говорят о низком исполнении наших указаний, принятых решений, и вызывают обеспокоенность правильности выполнения всех ранее направленных решений комиссии. Спасатели отмечают, работу усложняет высокая температура и ветер. Малооптимистичен и прогноз синоптиков. Грозы и дожди местами ожидаются лишь в воскресенье. И по-прежнему будет жарко. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Мариэл, Татарстан. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.